Я прямо скажу. Мы, общественность, я имею в виду, мы работаем, говорим о том, что надо делать, требуем, но, к сожалению, руководство, я имею в виду наших депутатов, народное собрание, в этом направлении, вот я вижу сейчас, и вы сами это видите, мы мыслим разными путями идем. Нельзя так. Я не хочу каять наших депутатов, они наши избранники. Но они, видимо, не все понимают, что в нашей душе, что в наших головах. Значит, если мы не наведем порядок в своем доме, то, что мы требуем от Кишинева, то, что мы требуем от руководства Республики Молдова, это правильно. Но здесь не все мы одинаково мыслили. Я имею в виду в Гагаузии, в автономии. Поэтому, уважаемые, мы с вами избрали наших депутатов, и мы должны им помогать. Мы им должны объяснять, и чтобы они поняли, что разными дорогами идти нельзя. Я думаю, что сегодня тоже могли бы мы принять такое решение в резолюции. Поддержать резолюцию съезда партии регионов. В особенно в отношении бойкотирования на выборах всех партий, которые сегодня у власти. Я это говорил и 10, и 15 лет тому назад, что эти партии нас приведут в пропасть. Они нас к хорошему не ведут. Я имею в виду Гагаузию прежде всего. Потребовать от Народного собрания принятия закона о переводе всех депутатов Народного собрания на работу на профессиональной основе. Если этого не будет, я говорю им, прошлому созыву тоже говорил, примите этот закон, доработайте до конца, чтобы следующий созыв начал работать на профессиональной основе. Вы знаете, ведь есть автономий очень много в Европе, я даже сейчас не смогу их перечислить. Они живут, действуют, работают, там очень много законов принимается, то, что должны приниматься. Надо изучать их, ничего не надо изобретать, надо их изучать и принимать у нас. Кто у нас это будет делать? У нас бизнесмены, которые заняты своими делами. И на сессии приходят на полдня, раз в месяц, если это проводится, поднимают руки или против, или за, абсолютно не понимая, что это приносит вред нашему обществу, нашей автономии и ее жителям. Спасибо.